НАТО может дать военный ответ на кибератаку России. Об этом в интервью рассказал генсек Альянса Йенс Столтенберг. Упомянул и Украину, дескать, Киеву помогут, но не по всем вопросам. Елена Абрамович расскажет больше. Кибератака – это тоже нападение. И в случае цифрового наступления на любую из стран Альянса, например, со стороны Российской Федерации, НАТО может задействовать пятую статью, сообщил генсек. Она предусматривает, что вооруженное нападение на одно из государств считается атакой на Альянс в целом. Поэтому страны блока могут дать общий вооруженный отпор, если будет необходимость. Не автоматически, это зависит от характера кибератаки. Мы никогда не станем уточнять, при каких условиях будет применяться пятая статья. НАТО и ЕС уже запустили совместную систему информирования об угрозах в киберпространстве. Ранее в Брюсселе пообещали также помогать Киеву защищаться от таких атак. Что же касается другого вопроса блокирования Венгрии и Украины в НАТО, то тут руководство Альянса помочь не может. Об этом в интервью украинским СМИ сказал помощник генсека. Спор из-за закона об образовании Киев и Будапешт должны решить сами, отметил он. И если Венгрия оценит негативно реформы в Украине, НАТО не сможет противостоять. Из Брюсселя Елена Абрамович, Вадим Свиридонов. Подробности. Европейское бюро телеканала «Интер».